Оснащаем маховую удочку коннектором. Для этого нам понадобятся вспомогательные некоторые вещи. Вот маленький кусочек шкурочки, капелька суперклея понадобится и, собственно говоря, сам коннектор. Сам коннектор должен быть подобран под хлыст удочки идеальным образом. Все хлысты по диаметру разные, коннекторы тоже. Поэтому имеет смысл при покупке коннектора взять с собой хлыст в магазин и примерять. Диаметр коннектора должен быть практически таким же, как диаметр хлыста. Может быть чуть-чуть побольше, но ни в коем случае не меньше, иначе вы его просто не оденете. А теперь давайте оснастим удочку. Первым делом мы берем шкурку и немножко прошкуриваем ту часть хлыстика, на которой будет сидеть коннектор. Буквально несколько оборотов для того, чтобы клей лучше схватил. Вот так, несколько оборотов провернули. Все, отлично. Теперь наносим клей. Клея нужно буквально капелька. Много не нужно, потому что диаметры очень похожи. Много клея не нужно. И, собственно, надеваем коннектор. Излишки клея можно убрать бумажкой. Все. Даем несколько секунд высохнуть. И удочка готова. Как, собственно говоря, работает коннектор? На конце оснастки мы вяжем вот такую петельку. Сдвигаем фиксатор коннектора. Петельку заводим вот в этот паз. И коннектор опять задвигаем на место. Все, получается надежное соединение, которое держит нашу оснастку на кончике удилища.